Тимуховский парк красив и уникален своим удачным расположением. Тихая зеленая часть города. Именно здесь состоялся праздник семьи, любви и верности. Каждому пришедшему дети из городского лагеря вручали символ торжества – ромашку, цветок русских полей и лугов. Очень приятно, что вот парк такой получил второе дыхание. Мы надеемся, что он и так любим горожанами, но будет еще более любим и более посещаем, я бы так сказала. И вот этот праздник, который мы сегодня здесь проводим, это только первая ласточка. Праздник семьи, любви и верности проходил в день памяти святых Петра и Февронии, которые жили в XIII веке и были образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Супружеские пары, отмечающие в этом году юбилеи 50, 55 и 60 лет своей совместной жизни, были настоящим украшением этого дня. Как и много лет назад, они оставили свои подписи в памятной книге. Глава района Олег Хромов каждой паре вручил поздравительный адрес и подарок. А супругам Головиным, Вадиму Вячеславовичу и Наталье Борисовне, прожившим вместе более 40 лет, медаль за любовь и верность. Жизнь прожить не поле перейти – русская народная пословица. Но, несмотря ни на что, супружеские пары остаются жизнерадостными, передавая свой бесценный опыт молодым. В этот день поздравительный адрес и подарок были вручены и молодым семейным парам, которые заключили свой союз в июле месяце. На празднике присутствовали и семейные пары, которые буквально несколько дней назад стали счастливыми родителями. Вот мое семейство, собственно, все здесь. Супруга Екатерина Алексеевна, дочка Анастасия Викторовна и младшая дочка Виктория Викторовна. Для меня это просто счастье. Я сестренку очень-очень сильно люблю. Я также ее очень долго ждала. У мамы с папой просила сестренку. То есть я очень рада. Мне понравилось, мне все просто устраивает в моей семье. У меня мама с папой хорошие, добрые. Все очень понравилось, очень красиво. Такие праздники нужны, я считаю, да, почаще отмечали бы. Семья – это счастье. Семья – это надежный тыл человека. А большая, дружная – счастье вдвойне. Всегда просто мечтали о большой семье. И у родителей у наших были большие семьи. Они не одни были в семье. Поэтому, наверное, это потомственное такое. Пусть растут, чтобы был мир, чтобы было счастье, чтобы не болели не только мои, но и все детки. Потому что все родители, самое главное, чтобы все у них было хорошо. Новая традиция праздновать День семьи в Тимуховском парке объединила всех пришедших в этот день. Если посмотреть, какое количество людей пришло, неожиданно много пришло. Сегодня будний день, не выходной, но все-таки каникулы. Конечно, очень много детей. Это не может нас не радовать. И, пользуясь случаем, я, конечно, хотел бы всех поздравить с таким замечательным праздником. Пожелать всем семейного счастья, мира и добра в каждой семье. Самодеятельные коллективы районного центра культуры и досуга посвятили свои песни прекрасному празднику семьи, любви и верности. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.